сегодня, но большая ошибка дистрибьютора вообще в самом начале, это, ну, это моя ошибка, вы понимаете, это ошибка у всех, но хочу предостеречь людей, которые еще только начали работать, это при личном контакте, особенно при первом, по закону давать либо какую информацию о том, чем вы занимаетесь. Если вы не